Здравствуйте, уважаемые посетители портала armtorg.ru и читатели журнала «Вестник арматуростроителя». Мы находимся на коллективном стенде Пермского края в рамках Петербургского международного газового форума. Перед нами Юрий Викторович, начальник отдела технических разработок и перспективного развития группы компаний «Стелс». Здравствуйте. День добрый. Расскажите подробнее о вашей компании, чем она занимается. Наша компания 20 лет работает в области поставок трубопроводной арматуры и уже 4 года занимается производством трубопроводной арматуры, именно кранов шаровых. Где находится ваше предприятие? Мы находимся в Перми. В Перми находится и производственная база тоже. Что вы можете сказать о продукте, который сегодня представлен на выставке? На данную выставку мы привезли кран шаровый «Металл по металлу», который мы планируем поставлять в группу компаний «Газпром» и в группу компаний «Сибур». То есть здесь мы его представляем. Именно это живой образец, который может быть установлен уже непосредственно в трубопровод. Пару слов о сертификации. Наша компания проходит сертификацию в различных системах, в частности всех крупных потребителей. Это и Роснефть, Новатек, Лукойл, Сибур и Газпром. Что касается Газпрома, были пройдены Саратовский полигон «Оргэнергогаз», у нас были представители комиссии различных департаментов, и сейчас мы проходим испытания для завершения процедуры сертификации. Но технические условия у нас уже подписаны, поэтому дает нам небольшое преимущество. Расскажите немного о программе импортозамещения. Данный кран как раз подпадает под эту программу. Это изделие, работающее на средах со сложными условиями. Это высокие температуры, это механические примеси. Данным краном мы закрываем именно эту линейку по этим двум параметрам. И он имеет неоспоримые преимущества по отношению к импортным изделиям за счет своей цены, немного сроков изготовления, ну и близости сервиса и шеф-монтажа. Какие планы у вашего предприятия на ближайшее будущее? По разработкам, может быть, что-нибудь расскажете? Мы, безусловно, сильны именно в специальных изделиях. То есть, несмотря на то, что у нас в линейке есть и краны с мягкими уплотнениями, то есть мы стараемся ориентироваться в основном на сложные специальные исполнения. Это краны металл по металлу, это многоходовые краны, это краны на высокие температуры. И, соответственно, свою деятельность строим именно в развитии вот в этом направлении. Что вы можете сказать о выставке в этом году? Выставка в этом году чуть отличается от прошлогодней. Возможно, ну, лично мое мнение таково, что в прошлом году она была чуть более активна. Юрий, расскажите нам про развитие производства «Стелс». В настоящее время мы расширяем свою производственную площадку. У нас устанавливается несколько станков с числовым программным управлением, многокоординатных центров, на которых мы будем производить непосредственно комплектующие наших кранов. То есть таким образом мы увеличиваем количество деталей, которые мы непосредственно изготавливаем у себя. Таким образом мы добиваемся более стабильного качества и более коротких сроков. То есть вы сейчас идете в тренде с цифровизацией? Безусловно, да. То есть наша задача сделать так, чтобы наша продукция и мы, как изготовитель и поставщик, были менее зависимы от каких-то сторонних факторов. Юрий, от лица нашей медиагруппы мы желаем успехов вам и вашему предприятию. Ждем новых разработок. Увидимся на следующих выставках. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Приезжайте.